знаешь грузинский сникерс. Это называется чучела. Камарчоба у проєкті «Тур між культур». Мене звати Анна, і в цьому грузинському випуску я запрошую вас танцювати та готувати чурчхалу. Я Сосо, тест метко інше гасаулит. Какетева, чурчхалис гакетевас. Так, виходить мука, цукор і сік. Льом орехи грецькі, можна і обичні, лісні. Льом нитку, співаємо, от туди отвідите. А в кінці ми ділимо такий кузичок, щоб не упали. Льом сюди, чуть-чуть, вот так. А эту почти половину мы пересыпем сюда, наливаем сюда. Пока греется у нас, мы добавляем на литр. На литр, чтобы у нас вкусно было, где-то 100 грамм. Я вас помогаю. Вот так. Обязательно, чтобы камешки там не было. Хорошо перемешаем. А у нас уже не будет камешки. Обязательно, да, прямо вот так. Обязательно надо крутиться. Положи, да? Есть такой чури называется, где мы храним сок. Откуда приходит потом сделается вино. Оно мы немножко берем и даем женщине. Даем женщине сок, чтобы они сделали вот этот наш знаменитый чурчхел. Сникерс называется. Вот видите, какой у нас большой получился. Вот это я не знаю, как хотите, как понести домой. До локдауну ми дуже часто виступали, приймали участь на різних фестивалях. Крім цього, ми дуже часто виступаємо на корпоративах, весіллях та різних державних святах. 2, 3, 4, 5. На уроках танцев мы все одеваемся в черную форму. Это и для удобства полезно, и чтобы была такая дисциплина, знаете, да? То есть каждый выглядит, скажем так, одинаково, нейтрально, видит, как работает его тело, никто не отвлекается на побочные какие-то моменты, все сосредоточены на танце. Для этого мальчики одевают черную футболочку, штанишки, на ножки чешки, балетки, джазовки, любую танцевальную обувь удобную. Одежда должна быть удобная, эластичная, чтобы она не сковывала движение. У девочек это та же футболочка, либо купальник спортивный, юбочка, лосинки, обувь та же. Так же само. Волосы собраны обязательно. Мы находимся по адресу бульвар Дружбы народов 2601, недалеко от метро. Удобная локация. Каждый желающий может подъехать к нам. И у нас уроки проводятся каждые выходные, каждую субботу, воскресенье с 11 до пол первого. Это взрослая группа, также детская группа с часа дня до двух и с 16 до 17. Кавказские танцы особенно таких людей заинтересуют, у которых вот энергия кипит, душа летает.
Herkesi davet edelim bizim məktəbe rəqs etməyə. Gəlin bir yerdə gözəl milli rəqslər öyrənək, Qafqaz rəqsləri. Ну, а что?